Когда-то у вас вышла пластинка, где было стихов, где было стихов Пушкина. Сегодня о пушкинской дуэли с Дантесом, а потом песня «Ах, поставил дуэль» в 19 веке. Когда-то она помогла мне выжить, как и стихи. Вспомните, прочтите, сходите. Спасибо большое, Алена. Сейчас вспомним. Там Пушкин Дантес, что это то самое стихотворение, которое там было несколько стихотворений. Да, вот его. Лежат поэты на холмах пустынных, и непонятно, в чем же корень зла, что в поединке уцелел Мартынов, и что судьба Дантеса заберегла. Что сколько раз не приходилось биться, как ни была рука его тверда, не смог поэт ни разу стать убийцей и остался жертвой всегда. Неясно почему. Не потому ли, что был им непривычен пистолет, но бил со смехом Пушкин пулю в пулю, то за навскидку пробивал корнет. Причина здесь не в шансах перевеса. Была вперед предрешена беда, когда бы Пушкин застрелил Дантеса. Как жить ему и как писать тогда?